я очень рада, что нам посчастливилось принять участие в проекте «На лыжи». Большое спасибо компаниям «Русал» и «Н+» за предоставленную такую возможность. Это великолепная возможность для детей показать себя, проявить себя, ну и показать всем, что с помощью своего труда они могут достичь хороших результатов и заработать себе классный, хороший инвентарь. Большая благодарность «Русалу» и «Н+» в том, что у детей появилась возможность выезжать на соревнования в более высоких стартах, не только в своих краевых соревнованиях. Я хотел бы выразить благодарность «Русалу» и группе компании «Н+» за предоставленную возможность вот поучаствовать в этом конкурсе. У меня, как у человека, было очень много в детстве мечт. И вот одна из мечт была найти спонсора, который будет нам обеспечить. Вот. И спасибо этим спонсорам мечта моя осуществилась. За эти встречи, конечно, хочется выразить благодарность N+ и компании «Русал». Посмотрели соревнования, так скажем, живьем, а не по телевизору. Поболели за своих ребят, которые здесь бегут. Мы каждый день, можно сказать, под впечатлением, под новыми. Еще раз спасибо за такой конкурс и предоставленную возможность. Хотелось бы выразить огромную благодарность компании «Русал» и «Н+», за то, что они организовали такой проект на лыжи. Помогают развивать лыжные гонки у нас в Сибири, в Хакасии в частности. Спасибо вам большое. Продолжайте развивать дальше этот проект. Не останавливайтесь на достигнутом. И успехов вам в работе.